Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Великую Колумбию из Симона Боливара. Вот так я себя скромно величаю в этой партии. Если вы случайно наткнулись на это видео, то переходите к первой серии, ссылка на весь плейлист есть в описании и в прикрепленном комментарии. Там же, кстати, для спонсоров канала ссылка на всю партию, она для вас уже сразу доступна. Большое спасибо вам за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Леда под защитой дуболома. Да, на континенте только... Вообще в игре остались только два человека. Я и вот этот чувак с другого континента. Сейчас мы пойдем в каравеллы. Найдем его и поймем, что нам с этим делать. Конечно, больно получают от стен. О, асьенды наконец открыли. Время асьенд. О, нашли. Так, Венгрия, как я и говорил. Он ко мне приплыл где-то. Так, я, во-первых, карточку на корабли хотел. А во-вторых, что я еще хотел? Еще какую-то карточку. На деньги, по-моему, я там, да, вот эту. Так. Теперь... Галера, галера. Делаем строителей для асьенд. Да, я не думаю, что он тут сможет поднажать. Поэтому галерой приплыл. Вот я поднажимаю за счет того, что сейчас забираю просто тут все на континенте. Это у меня будет плюс. Три генерала набил, но он с этого чуда. Ой. Фак. Это я зря сделал. Блин. Ну, типа карточка просто уже не работает, значит. From the light. Ну, такая сенда, честно говоря. Блин, хера тут клетки. Прям даже дамбу жалко строить. Типа, ну и смысл, хотя и нету смысла ее строить по-хорошему.
отвалилось. Город отвалился по лояльности. А что, Бразилия в Золотом веке, что ли? А, в героическом. А Кри в темном, ясно. Петру построили такие. О, огонек. Может, правительственную сюда? Давайте, уже пора. Так, три посла в ГГшку. В какую я хочу? Я бы, наверное, в Шенгете отправил. Так, а почему я здесь не могу? Не могу здесь Асьенду. Пока он плыл в надежде встретить скифов, скифов не стало. А, корпорацию сделать. А что у нас есть тут какие-то ресурсы? Ну, во-первых, надо на... Я забыл, надо купить рабочего, обработать меха и картахене продукцию. Я не вижу, на чем корпорацию делать. Мне какую фигню дают. По культуру. Нафига она мне.
А, это пропущу, наверное. О, а вот это возьмем. Плюс две науки. Строит университет и надо в упаянии, наверное, использовать. Скоро, наверное, уже заканчиваю. 100% в промышленной зоне. Хотя тут от меня ничего не зависит, у меня голосов нету. Против венгров проголосовали. Вот. Нам надо отсюда атаковать, потому что там река. Time roll. Зачем Виктора в мир? Мы сейчас заберем Бразилию, он перестанет отваливаться. У тебя 1.3 всего лишь. Блин, я, кстати, забыл, что у нас крестовый поход. Надо пойти распространить религию на бразильцев.
Ты ж плюс 10 еще. Ой, я, наверное, зря отказался. Следующий очень не скоро будет. Боже, сколько мы в Лёхе акведук строили. Плюс 5. Ну, подождем следующего хода тогда. Один, да. За что честного крестьянина переехал генералом? Шапку не снял. Когда мимо проезжали. Без уважения как-то. Корпус это круто. Ну, видишь, уже не отваливается. А, нет, подожди, еще отваливается. Не, уже не отваливается. Что-то Кабул решил со мной повоевать. Ну, пускай наращивает, я не знаю, что он может со мной сделать. Может, он тоже там решил дозабирать. Он же не всех забрал. Он на своем контейнере, по-моему, только одного забрал. Промышленная зона на плюс 6.
А, он, кстати, скорее всего, нанял просто. У него же способность вот эта. С юнитами. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Да не, я не хочу уже заниматься обращением. А потом лучше сделаю эту инквизицию и зачищу все. Так, археолог у нас еще недоступен, да? Компуса, конечно, у скифа просто гениальные на плюс ноль. Понимаю. Четыре уже больно, да? Сейчас корпус сделаем из кого-нибудь. Запреточку построил, зашибись. Чувак время просит. Ну что-то там это делает. Может ему войну объявить? Челы под окнами горланит. У жителей дизморали, город падает. Да, примерно так все и происходит. Кстати, наверное, какие там... Да, должно против иноверцев работать карточка. А, так она и так стоит у меня. Блин. Ну и что еще поставить? Давайте республиканское наследие, что ли?
Плюс 8 театралка, как вам? Красота. Блин, он не дал мне корпус сделать. Компьютер что-то соображает? Он побежал. Побежал поселенец. Блин, вот эти вот постоянные здесь какие-то бури пылевые просто задолбали уже очень сильно. Говорю. Блин, хотя можно рабочих понакупать, ладно. Я в войне с Кабулом? В войне. Блин, из-за того, что у меня генерал прикреплен, я убил поселенца, а не захватил его.
Тут, кстати, Темпломайор. Было бы неплохо. Plant. Да, тоже шляпу не снял. А, я понял, о чем вы. Точняк. Так, вот тут надо промышленную будет делать. Блять, убила корпус Льянеро второго уровня. Сука. Till bread is broken. Надо, кстати, уже инквизицию сделать и зачистить города. Ну, потому что мне науку дает религия. Блин, а Сан-Паулу-то тяжело будет браться из-за того, что мало клеток. Сколько веры начали давать караванчики. Дает реликвию. За каждую клетку чудом природы. Ну, кстати, чиня можно, да. Типа две. Вы лезете все ко мне тут.
Да, честно говоря, как-то к механике рабочему и то прикольно. Оно, как бы вот это в шестой, оно как бы заставляет больше думать, потому что... Вот ты в пятерке просто сделал рабочую, ты все, и просто ходишь обрабатываешь. Так, а смысл? Как бы, в принципе, наверное, все-таки это больше нравится, потому что она больше заставляет придумывать что-то. Так получается, ты сделал рабочую, и все. Как бы, что, ходишь... Можно вообще тогда без рабочих. Просто... обрабатывай, закинь очки, клетки и все. Блин, тут бы дамбу, конечно. Да и угольную надо купить. И дамбу построить, а то вон, видите, ломают мне все. Теперь имеет смысл атаковать. У него Аютхая союзница. Кардив, Ереван, это ладно. А вот Аютхая неплохо культуры дает.
клетку включил, ладно. Ой. Ну я не знаю, типа, на что венгер надеется. Мы тут еще сидим. Просто этот делать табор Василия Блаженного. Вообще куплю, тут много будет давать производство. Можно анкорват, кстати, организовать. Это плюс один житель во всех городах. Следующим ходом берем, там Рио-де-Жанейро не отвалится. Не успеет, отлично. О, Конго у нас имеется. Десять пряностей у меня. Блин, 9 довольства. Ни хрена себе, в городе плюс это 18 жителей, и у меня там 9 довольства. Это просто мрак. Почему Роттердам я что встречать? Так он же сгорел. Блин. Бразилец успел... А, да, к нему она присоединилась. Ё-моё. Ну, типа, мы сейчас все равно пойдем туда и Кри. Скри заканчивать еще. Thank you.
Можешь? Надо, кстати, корпуса поделать, получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, 12 у венгра. Захватил Краков, Познань, Лодзь. Ну, короче, поляка захватил. И один город у Конго. Еще три, да, надо. Блин, подожди, тут может... Тут не распространиться, тут... То есть туда надо миссионеров посылать, как вот в Нидорос, например, тоже. Сюда надо миссионеров. Так, а что у нас с алюминием? Раз алюминий, два алюминий. С алюминием все зашибись. На этом пока все. Продолжение партии смотрите завтра. Ну а спонсоры канала всю игру могут посмотреть прямо сейчас. Ссылка в описании и в прикрепленном комментарии. Спасибо вам за поддержку. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.